неслучайные встречи. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире передача «Неслучайные встречи», которую подготовил и ведет Константин Смертин. Сегодня в выпуске вы услышите продолжение моей беседы с композитором и известным гитаристом-семиструнником Алексеем Агибаловым, участником прошедшего в конце мая в Калуге юбилейного 10-го международного музыкального фестиваля «Мир гитары». Передачу открывает одно из самых проникновенных сочинений Алексея Агибалова «Вальс памяти русского гитариста Андрея Сихры» в записи автора. Напомню любителям музыки, кто такой гитарист Алексей Агибалов. Алексей Александрович – потомок казаков, композитор, талантливый музыкант, художник-ювелир, увлеченный искусством человек. Исполнитель – неоднократный дипломант фестиваля гитарной музыки, выпускник Государственного музыкального училища имени Гнесиных, не одно десятилетие живущий и преподающий в столице Кыргызстана Бишкеке. К тому же старейший гитарист-семиструнник на постсоветском пространстве. Перечислять заслуги этого сдержанного и очень скромного человека можно было бы еще долго. Но подчеркну, что при всем разнообразии интересов Алексея Агибалова главным в его жизни является семиструнная гитара.
Вот как в исполнении маститого артиста звучит пьеса на тему русской народной песни «Вот мчится тройка почтовая» в обработке русского композитора второй половины 19-го, начала 20-го веков Александра Соловьева. Беседа с Алексеем Агибаловым в студии Народного радио была долгой. В предыдущем выпуске передачи «Неслучайные встречи» мы затронули немало самых разных тем, но главной была тема русской семиструнной гитары. Напомню, что сказал в своем интервью Алексей Агибалов об участии в фестивале «Мир гитары». Для меня это огромная честь. Это огромная честь для русской гитары, которая относится как плебейскому инструменту очень часто, и это несправедливо. Можно, конечно, поблагодарить организаторов, которые в данном случае посчитали, что все-таки надо позвать гитаристов. Я же ведь не один там был, там была и Ася Бардина, там был Володя Маркушевич, и был я. Вот это три гитариста, которые способны играть, скажем, два отделения в любом зале на весь огромный бывший Советский Союз, когда было 220 миллионов человек нас. Вот три человека такие у нас есть. И мы все собрались. Для меня это большая честь. Продолжим музыкальную часть передачи «Неслучайные встречи». В исполнении композитора Алексея Агибалова звучит романс на одной ноте для семиструнной гитары. Thank you.
Как я уже отмечал в предыдущем выпуске передачи «Неслучайные встречи», из-под пера Алексея Агибалова выходят оригинальные, колоритные, самобытные произведения для семиструнной гитары соло, гитары и различных инструментов, например, виолончели, клавесина, а также крупные произведения для гитары и симфонического оркестра. Для примера возьмем произведение «Кыргызы-кочевники», о котором сам автор говорит так. В оригинале эта пьеса 16 тактов, написана для комода. Но Агибалов там что делает? Зная, как писал Хоакино Родриго фантазию для джентльменов, он взял музыку пятиструнного гитариста, была и такая гитара у испанцев пятиструнная, Гаспара Санза, это 16-17 век. И берет и делает из 6-8 тактов полотно, такое гитара с оркестром, и получается у него пятичастная сюита. Зная партитуру, у меня есть десятки исполнений этой фантазии. Я делаю то же самое, у меня начинается с речеркара, у меня играет там труба, гобой и валторна. Вот они втроем, в трехголосной играют, значит, инвенцию. Но это же уже не киргизская музыка. То есть тема-то и темой, но вдруг идет инвенция. В середине идет с хорошей разработкой, то гитара играет, то оркестр играет. Очень красиво. Притом гармония европейская. Я это так понимаю, как если бы взяли киргизскую красивую девушку, сняли с нее киргизскую одежду и одели бы ее у кардена. Вот что делается вот с этой музыкой. Поэтому не надо буквально понимать, что это киргизская музыка, цитата прям вот-вот я повторяю коммузиста. Нет. Как подойти? Ну, наверное, вы еще имеете в виду фрески. Да, вот фрески – это действительно очень интересная пьеса. Это уже импрессионизм. Русский импрессионизм для русской гитары с оркестром. Здесь я постарался, потому что у меня здесь, во-первых, состав необычный, колокола есть, чего никогда я не слышал ни у Хоакино, ни у Мануэля Понсе, ни Морена Тароба так не использовали колокола. Колокола – это русский инструмент, и звучит очень интересно, на мой взгляд. С произведением фрески Алексея Агибалова для семиструнной гитары и симфонического оркестра наши слушатели уже познакомились в предыдущем выпуске передачи «Неслучайные встречи». А сейчас я предлагаю вашему вниманию еще одно сочинение Алексея Агибалова для семиструнной гитары и симфонического оркестра «Кыргызы-кочевники».
Алексей Александрович, приехав в Калугу на международный музыкальный фестиваль «Мир гитары», вы кому-нибудь из гитаристов предложили свои произведения? Ведь помимо авторского прочтения, ваше произведение в исполнении другого талантливого гитариста может открыться с новой и даже неожиданной стороны. В Америке захотел мою музыку играть Мортон Фальк. Это гитарист из Швеции, президент Ассоциации шведских гитаристов, который на фестивале в Америке играл первую экзерцицию Андрея Сихры. А после фестиваля попросил меня, чтобы я ему подарил третью сонату. Вот он ее будет играть, это большая честь. Гитарист с большой буквы, он гастролирует по Европе, у него уже десятки компакт-дисков, он играет странно на восьмиструнной гитаре. И вообще в Европе сейчас тенденция, кстати, очень обнадеживающая. Позвольте мне несколько отклониться от темы. Анджело Джилардино, итальянский композитор, вдруг начинает писать для семиструнной гитары. Он написал «Иконостас» пьесу, она посвящена Павлу Флоренскому. А совсем недавно он написал концерт «Великий Новгород» для гитары с оркестром. Посмотрите, что делается. Да, это поразительно. Поразительно, поразительно. У нас никто не пишет, как вы говорите, да? Да. Кроме Агибала, получается. Фактически, да. А там вдруг проявляется очень большой интерес. Возникает естественный вопрос, а почему бы ему, этому же Мортону Фальку, не играть какой-то концерт на шестиструнной гитаре, да? Да. Чего это вдруг он захотел играть какую-то семиструнную музыку? Я спрашивал на мастер-классе об этом. Ответ очень простой и логичный. Он говорит, вот была эпоха Сеговии, вот была эпоха после Сеговии. Это все его выдающиеся ученики, ну, в частности, допустим, тот же самый Джон Уильямс, умница необыкновенная, блестящий академик гитары. И вот я прихожу, какое-то третье, четвертое поколение после Сеговии. А что там делать? А как это играть, когда уже вот есть десятки исполнений вот всей этой литературы? Альбенис, Гранадес, Дефалья, Морено Тароба, уже все сделано. Турина, Танцман. Я уж не говорю про 150 исполнений Аранхуэса. А тут вдруг, говорит, вот я открываю эти экзерциции, начинаю играть. Это совсем какой-то инопланетянская какая-то музыка с другой энергетикой. Вот и Джилардино стал писать поэтому. Что ему захотелось уйти вот от обычного строя ми-минор, уйти в мажор и там попробовать. Ведь это совсем другое состояние души, мажор. Ваши слова наталкивают на мысль, не пора ли в Москве открыть класс семиструнной гитары, чтобы хотя бы в столице России было, ну, 2, 3, 5 музыкантов, которые бы могли, так сказать, профессионально подготовиться. Кажется, есть произведения в мире, есть что играть. Класс гитары такой существует. Вот, именно семиструнный. Вот приходит семиструнник и поступает в Академию Гнесиных, а из него делают шестиструнника по ходу дела. Почему? Как-то в интервью, пусть меня простит, мы с ним приятели, Николай Камалятов, замечательный советский гитарист, он преподает там, вот к нему приходит какая-то ученица Н, и он ей говорит, ты меня прости, играть-то нечего в русской гитаре, придется тебе перейти на шестиструнную гитару, там много есть, что поиграть. А ведь это не совсем так. Это совсем же, не так. Это совсем не так, потому что если меня бы спросили, вот, а как вы думаете, вот можно что-то играть на русской гитаре в консерватории? Да, конечно. Чиконо Баха играть. Сейчас я предлагаю вниманию слушателей Народного радио финал концерта для лютни до мажор итальянского композитора первой половины 18 века Антонио Вивальди в переложении для семиструнной гитары и струнного оркестра. Играют Алексей Агибалов и камерный оркестр Киргизского радио и телевидения, дирижер Александр Георгиев. Случайные встречи.
Продолжаем беседу со старейшим на постсоветском пространстве гитаристом-семиструнником Алексеем Агибаловым. На одном компакт-диске, который вы мне предоставили сейчас, 23 произведения Высоцкого, Сихры, Моркова, Саренко, Циммермана, Александрова, Соловьева, Алексея Агибалова, все русские имена, кроме Пьетро Петалетти. Но ведь это же далеко даже не полный список. 30-я часть того, что... И произведений не 23, наверное, не 230, а больше. У одного только Высоцкого 80 с лишним, а у Сихры более 150. Значит, те люди, которые говорят, нечего играть, они намеренно обманывают своих молодых исполнителей. Пусть меня простит еще раз Николай Комолятов. В интервью в 83-м году, когда он играл в Екатеринбурге, после концерта у него взяли интервью Виктор Иванович Попов, такой есть замечательный историк гитары, и он очень неуважительно отзывается. Это вот, к сожалению, вошло в энциклопедию гитары в России и СССР Яблокова. Там его слова буквально написаны такие, что ни Сихра, ни Высоцкий, ни Аксенов, ни Саренко не тянут на профессиональных гитаристов. Я был оскорблен вот таким высказыванием, и как бы защищая честь, я провожу параллель. Могло ли случиться, допустим, в Испании, чтобы кто-нибудь сказал, всякие там Гаспары, Санзы, Луис Милан, там, которые играли на пятиструнной гитаре, Корбета, да они же не тянут вот на уровень Сеговии. Голубчик, надо же учитывать время, в которое они жили. Простите, есть еще один контрдовод. У нас есть Павло Возанчеев, выпускник Московской консерватории, да. Человек, имеющий высшее профессиональное музыкальное образование, знающий и теорию, и гармонию, и инструментовку, аранжировку, композицию, профессионально знающий. Один этот довод убивает все сказанное вашим оппонентом. Но, по-видимому, он тоже не тянет на профессионала со своими композициями. То есть предвзятость мешает нам. Вот почему в Америке фестиваль состоялся? Там нет предвзятости. Я еще одно имя не упомянул. Ведь активное участие в организации этого фестиваля принимает американский нотоиздатель Матани Оффи. Ему сейчас 75 лет уже, он знает 8 языков, он знает всех гитаристов мира до одного. Но ввиду того, что у него все предки с Украины, у него гены русские, и он, умея блестяще играть на 6 и на 7, он тяготеет вот почему-то к русской гитаре и издал уже 9 тетрадей сочинений русских гитаристов. И восторженно все время об этом говорит, что как если бы мы не знали Рахманинова, Чайковского, Прокофьева, вот не знает мировой вот музыкальный мир этих имен, вот так же не знает гитара испанская имен русских наших гениев. Но он к этому относится очень бережно и подчеркивает, это гениальная музыка. А у нас ведь как? У нас же манкуртство, как говорил Айтматов. Манкурты, к сожалению. Посмотрите, что вот с историей делают. Переделывают историю, переписывают. Следует задать вопрос, вы пессимист? Ни в коем случае. Какой же я пессимист, если я пишу сейчас и радуюсь, и более того, это востребовано, это востребовано. Сейчас вот заиграли мою музыку. Меня зовут в Калугу, где играют такие гении, там вообще гитары. Какой же я пессимист? Вот если бы ничего этого не было, вот вы бы у меня дома разговаривали, допустим, вот у меня за десятилетие ни одного концерта нет, конечно, тогда бы я был пессимист. Вот как Павлов Зачеев, который, кстати говоря, ведь он же 10 лет в ГУЛАГе сидел, и там написал вот эту сонату «Великая Отечественная война», которую сейчас Олег Тимофеев исполнил на компакт-диске, а Матани ее издал. В исполнении Алексея Агибалова прозвучат вариации на тему русской народной песни «Ах, что же ты, голубчик» русского композитора 1-3-19 века Михаила Высоцкого. Thank you.
Алексей Александрович, вы, конечно же, знаете, что в России уже несколько лет издается гитарный журнал с приложенным к нему компакт-диском, на котором записаны произведения для гитары в исполнении многих талантливых музыкантов. Как вы оцениваете вот такое развитие событий? Замечательное событие. И я благодарен судьбе, что я с Валерием Дмитриевичем разговаривал, что он очень дружелюбен, благожелателен. Он не смотрит на меня как на семиструнника, он смотрит на меня как на гитариста. А ведь у него, как он мне сказал, у него 1500 компакт-дисков, 1500 гитаристов у него есть. Его не удивишь. Вы живете в Бишкеке, да. Живете много лет в чудном окружении гор, но прекрасная природа и музыкальное творчество – это разные пласты. Несмотря на то, что вы творите многие произведения яркие в камне, как камнерез, как художник. Резчик камня – это камеи, интальи. Я вырезал за всю свою жизнь, наверное, 10 камей. Связь между горами и музыкальным творчеством, творчеством педагога, наверняка опосредованная. Есть ли у вас интересные ученики, последователи вашего творчества? Вообще, как обстоит дело с гитарой в среднеазиатском регионе? Если вы будете слушать «Рапсодию гор» и «Киргизы-кочевники», вы поймете, что это как раз о горах. Я занимался альпинизмом, всю жизнь катаюсь на горных лыжах. Киргизия – это сказочная страна, которая превосходит своей красотой и Альпы, и Швейцарию, и Австрию, и Кавказ даже, на котором я катался на Эльбрусе на лыжах. Потому что в Киргизии 90% территории – это горы, притом есть 4 семитысячника. Допустим, один из них – это Пик Победы, это 7495 метров. Хан Тенгри – это вообще изумруд какой-то вообще. Это мраморная гора высотой без 5 метров 7 тысяч. Она во всех каталогах есть. Все альпинисты мира туда едут только чтобы посмотреть на нее с ледника, с Эрзяс, из Цинерчека. Альпинизм – это вообще школа необыкновенная для человека. Горы – это поднятие, поднимаешь тебя ближе к Богу. Чем ты выше, тем ближе к Богу. Когда ты вот приходишь в горы, это не просто груда камней, это энергетика, это я могу утверждать. Поехал я, допустим, на 3 часа туда, выбитый из колеи совершенно, плохо себя чувствующий физически. Я возвращаюсь оттуда совсем помолодевшим на 10 лет. Но я несколько отвлекся. Так вот, «Рапсодия гор» написана как впечатления мои от альпинизма. В музыкальном училище у вас есть ученики? Я не работаю в музыкальном училище и в консерватории только потому, что, наверное, статус такой сейчас, что вот если бы у меня был ученик, как у Сеговии, Джон Вильямс, и Сеговия не учил его, что вот не туда ты палец поставил, не ту ту ноту взял, когда речь идет об обучении интерпретации. С такими бы учениками я занимался, но таких учеников в Бишкеке нет. Они все начинающие, робкое все это, и неинтересно заниматься. А есть гитаристы, с которыми вы ходили в горы, молодые? Когда я работал в музыкальном училище зав кафедры теоретических дисциплин, это было с 69 по 79 год, у меня была группа лучших студентов, которые во мне видели старшего брата, и мы ходили с ними даже в январе на высоту 3600 на зимних каникулах. Когда нас никто не ждет, мы приходили на ледник, где стоял маленький домик, и однажды, я помню, была жуткая вещь. 2 часа ночи, домик 3×2 всего размером, а нас 11 человек. Дверь открыта нараспашку, и все забито снегом. Они едва на ногах стоят. А я был очень тренирован в то время. Я знал, где лежит алюминиевая кастрюля, я быстро выгреб оттуда снег, и там печка есть, мы принесли дрова, и через час уже было тепло, со стен капала вода, значит, сосульки всякие там были, и уже булькал чайник с чаем. Высота 3600. 3 часа ночи. Романтика чистой воды. Вот об этом вот как раз в «Рапсодии гор». Кстати, я очень трепетно отношусь вообще к киргизской музыке, вот киргизы-кочевники. У киргизов, несмотря на то, что это кочевой народ был очень долгое время, они же пришли с Енисея на Тишань, они сохранили... По словам Виноградова, был такой Затаевич Виноградов, это были два просветителя, которые пришли и записывали без магнитофонов, а просто слушая камузистов, записывали на ноты, и потом издали 1000 кю кыргызов и казахов. Так вот, у них 5 гениев, которые играли на камузе, как Пак и Дулуси на гитаре. В золотом фонде киргизского радио есть их произведения. Вот если бы мне дали задание, а не мог ли бы ты написать 5-часную сюиту, по-другому называлась бы она, не как Хакина назвал «Фантазия для джентльменов», Гаспар Санс и Сеговия, а как-нибудь по-другому. Я думаю, что я бы мог сделать очень интересный цикл, который звучал бы блестяще на любом уровне в любой стране. В исполнении автора, композитора Алексея Агибалова, звучит фрагмент произведения для гитары и симфонического оркестра «Рапсодия гор». Thank you.
неслучайные встречи. В студии Народного радио Константин Смертин. Продолжу беседу с гитаристом Алексеем Агибаловым. Ваши предки казаки. Донские казаки, да. Из села Русская Журавка. Почему вы не написали ни одного произведения, ни одного романса донских казаков? Все впереди. Но я написал концерт для гитары с оркестром, кстати, за неделю до Калуги. Я закончил концерт, который будет называться «Очарованный странник», и посвящен он памяти Михаила Тимофеевича Высоцкого. Это подлинно русский концерт. Я думаю, что это концерт как бы параллель концерту «Аранхуэс». Почему весь мир играет концерт «Аранхуэс»? Потому что это великолепная испанская музыка. А это будет русский «Аранхуэс». Вот я, даст Бог, осенью пойду в оркестр, начну зондировать почву, как поиграть, потому что сейчас же рыночные отношения, сейчас не так просто. Вы сможете как-то переправить нам эту запись на радио? Ради Бога, ведь я же счастлив от того, что я попал на ваше радио, ведь это же для меня тоже честь. Я вам очень благодарен. Но это взаимная честь. Если на радио приходят талантливые музыканты, то расширяется круг восприятия слушателями. Они понимают, что музыка – это не обязательно только выступление группы «Сливки», там или далеко не самый лучший концерт, прошедший на Евровидении, а существует глубокая музыка. И вот один из представителей этой глубокой музыки. Посмотрите, что сегодня мы вокруг слышим. Сколько попсы! Алексей Агибалов – музыкант, который своими произведениями, своими концертами борется вот с этой идеей одурманивания слушателя. Потому что я же понимаю, осознанно же это происходит. Люди, которым не безразлична судьба русского народа, ведь нельзя же безразлично относиться. И поэтому есть такие люди, например, Георгий Свиридов. Несомненно. С его вот этой сюитой, я недавно ее слушал в исполнении оркестра под управлением Федосеева. Я потрясен. Я никогда целиком ее не слышал из 10 номеров. Особенно «Венчание», там такой номер есть. Это, боже мой, какая музыка. Даже Шостакович. Вот в городе Колумбус, где я тоже жил неделю, у Матани Офи, он пригласил меня на концерт симфонического оркестра города Колумбуса. Я впервые как бы открыл для себя гений Шостаковича. Исполнялась пятая симфония. А рядом исполнялась третья симфония Брамса. Так Шостакович просто необыкновенной красоты композитор. Там такие контрасты есть, когда играет арфа и флейты. А потом вдруг четыре форты, когда четыре котла литавров, туба рыдает, тромбонов там человек 10. И когда они взяли вот эти четыре форты, я думал, потолок обвалится. И вот на этих контрастах все когда построено, вот рассказ о человечестве, о России, о Гаврилин, композитор. Потрясающий, потрясающий русский потрясающий, композитор, да? Вологодский композитор, да? Да, потрясающий. Вспомним историю государства российского. Ведь чего только не было. Все равно ведь народ, пройдя медные трубы, он на выходе был лучше, чем он был до трубы. Программу «Неслучайные встречи» продолжит мазурка русского композитора начала XIX века Михаила Высоцкого. Это сочинение Алексей Агибалов включил в свой компакт-диск, озаглавленный «Эпоха семиструнной гитары». Thank you.
Алексей Александрович, вы, как сами подчеркнули, старейший сейчас в нашем Советском Союзе исполнитель на гитаре. Человек легендарный и патриот. Вас сейчас кто-то из молодых слушателей Народного радио слушает. Что вы им можете сказать такого, чтобы затронуло их душу? Трудно сказать. Понятно, что есть какие-то общие какие-то пожелания. Я не свои слова скажу, а скажу слова выдающегося польского кинорежиссера Зануси, который сказал: «Слушать попсу не гигиенично». Я бы мог, как педагог с огромным стажем, сказать, когда люди будут потреблять только попсу, произойдут необратимые процессы, которые не позволят им потом слушать подлинную музыку. А пусть они сами решают, что им нужно. Вы себя авторитетом в области гитары чувствуете? Русской, да, гитары, русской гитары. Тогда давайте попробуем сказать нашим слушателям, суммируя, что такое русская гитара в 21 веке? Куда она идет? Русская гитара неотделима вообще от русской культуры, от духовности русского народа. Раз она существует 200 лет, притом в отдельно взятой стране, ведь дело в том, что никто в мире не играет на этом инструменте. Не играл, будем так говорить, потому что сейчас заиграли. Притом есть перспектива. Там сейчас вот Матани Офи хочет еще 20 человек там привлечь. Уже инструменты заказал. Вы обратили внимание, что весь 20 век гитара как-то главенствовала? Да. Гитара, она многолика. У бардов она вдруг появилась, да? Да, несомненно, да. И да, в джазе. И в джазе, и в классике, да, да. И туризм там, да. Там, и прочие всякие дела. Тот же Володя Высоцкий. Почему это все происходит? Я из своего огромного, более 50 лет познания этого инструмента, я его и наполовину еще не познал. Так вот, я скажу, что этот инструмент, он живой, у него есть душа. Вот что самое главное. Я не имею в виду обязательно буквально семиструнная гитара, и шестиструнная гитара тоже. Когда ты касаешься пальцами струн непосредственно, то ты душой своей касаешься этих струн. Более того, я счастлив, что мне такое поручили. Я просто счастлив, что я вот так прожил. То, что произошло в моей жизни, я благодарю Бога, что вот так получилось. Встречу с Алексеем Александровичем Агибаловым, замечательным гитаристом-семиструнником, композитором, художником, подвижником, завершит вторая часть концерта номер 2 Александра Иванова-Крамского в транскрипции для гитары и виолончели Алексея Агибалова. Thank you.